Всем доброе утро! Такой необычный, непривычный вид. Я сейчас вышла только что с ванны. Хочу быстренько подкраситься чуть-чуть. Хоть... Что ты хочешь? Плавать вечером? Подожди. Хочу накраситься, потому что все эти дни даже, можно сказать, не приводила себя в порядок. Знаете, человечный вид такой не делала. Сегодня хочется выглядеть уже более-менее нормально. Сейчас я быстренько чуть-чуть подкрашусь. Сделаю волосы и включусь. Все, привела себя в порядок, сделала более-менее человеческий вид. И сразу так, знаете, настроение поднимается, когда ты не потрепанная, не помятая, а нормальная, собранная. Так, мне сейчас надо понемножку уже собираться. Я хочу до конца прибрать кухню. Там у меня еще посуда не разобрана, потому что я еще пока что не знаю, как у меня все будет стоять. Хочу сегодня, наверное, ближе к вечеру этим заняться. А пока пускай стоит, потому что, видите, там все в коробках, все в пакетах. Там еда, эти крупы всякое разное. Так, скоро надо ехать за стиральной машинкой. Не знаю пока что, как это еще будет. Будем сами забирать или... заберут люди, потому что я, например, не очень горю желанием тащить стиральную машинку, она очень тяжелая, я уже настолько устала, что я не могу даже крышку с бутылки открутить, у меня руки просто не хотят этого делать, хотя, знаете, ничего не болит, просто вот такая вот усталость, хотя я давно замечаю, что у меня уже не столько много сил, как было, наверное, лет так 5-10 назад, я могла там открутить все спокойно, где-то, знаете, ударить посильней, а сейчас такая слабая стала. Так, что мне еще надо? Еще хочу сейчас прибраться тут в комнате. Даяшка мне тут носит свое, все игрушки. Теперь будет не у меня моя комната, а какая-то, знаете, спально-игровая. Вот что мне не нравится, когда вот в проходной, то что все здесь, все всегда здесь, да я на пальчик. Все, мы не можем отучиться от пальчика, да, мы сосем его гораздо меньше. Я, кстати, когда красила, замазала кресло, но хозяевам оно как бы не надо, поэтому я подумываю, может быть, скорее всего, даже его и выкину. Посмотрим. Вот как отучить этого жулика от пальчика, да, Яночка, не надо. Ты же взрослая, никто пальчик не сосет. Мама не сосет пальчик, Милана не сосет пальчик, Артем не сосет пальчик, Алина не сосет пальчик. Никто не сосет пальчик? Не надо? Пальчик. Я понимаю, что еще как бы рано отучать, но можно сократить количество этих сосаний, так сказать. Так что сейчас я быстренько расхламлюсь здесь, уберу. Полотенце, да Яшка тоже принесла. Ой, что, будем убираться или будешь валяться? Нет. Так. Тут у нас более-менее. Я еще не заправила Даяшкину кровать. Сейчас, кстати, тоже приедут, сделают нам розетку. И тогда можно будет все переставить. Твоя ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Лошадку-качалку мы, кстати, отвезли к бабушке. Теперь она у нас будет там. Потому что дома это ненужная вещь. Даяна катается на ней очень редко, а будет ездить в гости, и там покачается, знаете, и все, и соскучится по ней. Уедет домой, приедет, опять соскучится. Будешь складывать сама? Хорошо, мама тогда пойдет убираться понемножку, окей? Че, окей. Так. Ой, не, сегодня мы, наверное, елочку не успеем поставить. Так, сейчас я выключу звук. Так что будем ставить завтра. Все, пошла я убираться. Thank you.
я прибралась, теперь у меня чистенько, красиво, поставила свои колонки, потому что надо как-то музыку слушать. Единственное, они у меня такие старые уже, знаете, иногда тупят, потому что провода уже такие побитые жизнью, как я люблю говорить. Но еще могут немножко послужить, но скоро-скоро займусь тем, то, что пойду новые покупать. Тут у меня свечки горят, и если да, что, вдруг кто-то, помню, писал, а не трогает ли Даяна. Нет, Даяна не трогает свечи, она не лезет туда, куда нельзя лезть, у нее есть определенные места, куда ей можно, разрешено, так что я очень-очень спокойна. А знаете, если она засунет туда пальчик, ну, не сгорит он у нее до костей, поэтому каждый из нас обжигался хоть раз в детстве, будет знать, если раз залезет, но второй раз уже не полезет, правильно? Тем более, она уже взрослая, 2 годика, и это довольно-таки неглупый ребеночек. Так что вот так вот у меня чистенько. Там у меня, кстати, под кроватью коробка с игрушками для Нового года. Все, пойдем теперь Даяшке в комнату убираться. Она тут успела, пока я наводила у себя порядок, она поиграла в своем порядке. Кстати, давай покажем, как мы твои игрушки сложили или нет. А ты уже половину повытаскивала. Нашли вот такое место, и там теперь внизу будут все коробки ее лежать. С игрушками, знаете, больше там на потом. Или такие, как вот развивающие. Ты хочешь эту играть? Да. Давай. Ой, вот книжечка. И вот детки. А кто это все смешал? Наверное, мама, да? Положи туда, открой крышечку. Поставь туда, мама этих деток положит в коробочку. Или ты тут хочешь с ними играть? Обожает свою коробочку. И, кстати, завтра, если успеем, я сделаю коробочку из манки, покрашу ее в голубой цвет. И будет у нас, знаете, как море. Ладно, все, пускай Даяшка играется. Я сейчас хочу вот это все ее прибрать. Надо найти какую-то коробку тоже, а то у нас в пакете было. Не знаю, мне кажется, даже коробок больше нету. Ты большая? Я большая, да. Она все время ходит, говорит, мама, ты большая? Ты большая. Ты большая. И я большая. Да, и ты большая. Ты маленькая. Нет, я большая. Ты большая? Да, я большая. Ты маленькая. Нет, я большая. Большая? Да, я большая. А кто молодец? Я одет. Я одет, говорит. Молодец. Я одет. Ты молодец. Зачем корчить Мосю? Я одет. Ты молодец, да. Все. Даяна, будем убираться? Не. Не? Да. Мне мыться. Ты мыться? Да. А, ты так моешься. Я не знала, что ты так моешься. А водой не умываются в твоем возрасте? Нет. Не? Ой, обалденный возраст, когда они, знаете, иногда такую чушь несут. Не знают, как правильно ответить. Мама, то да, то нет. Это виноград. Ой, где? Где виноград? Даяночка съела виноград? Вкусный был? Где? Надо, наверное, пойти купить в магазин, да, винограда тебе? Пу. Пу-пу, косточки? Да, пу. Пу. Сейчас вам покажу квартиру, в которой я раньше жила. Естественно, она пустая вся. Тут мы заходим. Дальше у нас идет коридор. Довольно-таки длинный, объемный. Дальше мы идем, у нас тут кухня, тоже довольно-таки объемная, просторная. Идем дальше, тут у нас гостиная, и с этой стороны у нас была комната для Миланы. Покажу, такая малюсенькая, это раньше была гардеробная, но ее переделали, потом мы с Миланой под ее комнату, были такие шкафчики, стол, где она делала уроки, и балкон. Так, выходим, возвращаемся опять в гостиную, идем прямо, тут Даянина комната, ну вы уже все видели ее комнату всегда,
И тут моя комната. В моей комнате стояла только кровать и маленький такой шкафчик, ничего больше. И тут у нас прям в коридорчике, там вот такая вот ванная, туалет, ванна. И, в принципе-то, и все. Так что все, я выхожу сейчас, отдаю ключи. А, забыла показать, как только входим мы в квартиру, вот входная дверь, и сразу тут у нас туалет и была стиральная машинка, мы ее убрали. Я сейчас быстренько здесь буду подметать, потому что под стиральной машинкой там был хаос. Так что вот такой вот мини-мини рум-тур по старой квартире. Все, мы едем домой. Только что вернулась с магазина, еще не раздевалась и не буду раздеваться, потому что я сейчас быстренько поеду на маникюр. Мои коготочки уже отросли. Не знаю, не придумала, что я хочу. Наверное, что-то яркое. Ну, еще могу передумать сто раз. Так, купила помидоры, галеты рисовые. Купила совсем всего чуть-чуть, потому что завтра поедем в большую, максимум большой магазин. А у нас тут прямо под окнами. Он магазин этот маленький, и там практически ничего нет. Выбор вообще никакой. Так, чисто, знаете, купить на завтра утро и все. Так. Я купила сырочки для всех. Сырочки обожают и Даяна, и Милана, и я люблю. Купила сыр бри. Завтра утром с галетами, с помидоркой. Купила желейных мишек. Обожаю желейные конфетки, но не все. Я люблю, которые, знаете, такие мягкие. И без вот этой кислинки. Ну, кислые тоже люблю, но вот больше люблю вот такие вот. И две бутылочки красного вина. Сейчас была акция 40%. Она будет и завтра, поэтому мы завтра поедем на такую, знаете, более объемную покупку. А сейчас решила, что возьму две бутылочки. Сегодня вечером открою одну. Хотя еще даже не знаю, во сколько я приеду домой. Наверное, часам к 10, потому что так, в 7:30 у меня маникюр. 8:30, 9:30, ну да, где-то к 10, после 10 буду дома, я открою бутылочку вина, посижу, попью, если успею, сделаю эфир. Не успею, так не успею. Ладно, все, я поехала на маникюр. Вот такие вот у меня ногти. До. И сейчас покажу вам после. Вернулась я с маникюра, сделала себе вот такой вот симпатичненький маникюр. Захотела, знаете, не яркого опять, потому что мало ли что. Снежинка, тут снежинка. Супер вообще. Все, уже без 20:10 буду сегодня с вами прощаться. Всем спасибо, кто с нами. Сегодня стукнуло 2000 подписчиков. Я безумно рада. Вообще не ожидала, что так быстро все будет. Так что всем спокойной ночи и всем спасибо. Пока-пока.